Очень рад победе, победе закономерной. Достойно завершили первый круг. И, конечно, особую радость доставило то, что мы все-таки первый раз сыграли на ноль. Это радует. По игре, касательно игры, то, как бы, считаю, контролировали игру, создали достаточно моментов. Можно было бы закрывать игру и раньше. В первом тайме были небольшие проблемы в обороне, но внесли корректировки, поэтому второй тайм, в принципе, даже нечего упрекнуть ребят. А так, желание, огромная самоотдача. Понравилось, результаты, и сейчас идем отдыхать, готовимся ко второму кругу. После первого гола вот казалось, что Минск должен сбить темп. Как на самом деле получилось? И сложно ли было сдерживать атаки? Ну, я говорил, что в первом тайме были проблемы в обороне. И много получали между линией. Входили игроки атаки в нашу штрафную. Да, было тяжело, но я говорю, они справились, молодцы. Ну, хорошая игра. Наконец-то они пропустили и крупно выиграли. Ну, все молодцы. Это еще может быть? Какие впечатления, эмоции? Положительные, выиграли. Ну, счет 3-0 довольно крупный. А как вот складывалась сама игра? Начали не очень, там в основном на контратаках играли. Потом удалось забить гол. Попроще стало, стали больше мяч контролировать. Быстрее начали мяч доводиться на фланг и начали лучше играть. Ну и уже под конец, считаю, физически лучше были готовы, и поэтому дожали, еще два забили. А после первого забитого мяча Минск много проблем доставил? Ну да, понятное дело, Минск хотел отыграть. Но я считаю, что в обороне сегодня, наверное, лучшая игра, которая была в чемпионате.